С вами вновь Денис, и мы продолжаем Гарри Поттера и Тайная комната. Пример того, что нам нужно идти в туалет Миртл и расспрашивать Малфоя. Поехали, погнали, дорогие дамы и господа. И спасибо, что остаетесь на нашем обыкновенном канале. Обычный парень снимает на своем обычном компьютере специально для вас. Ня. Так. Туалет, туалет. Чё? О нет, ещё одно нападение. Мистер Поттер, что здесь произошло? Не знаю. Когда я нашёл его, он уже был таким. Пойдёмте, мистер Поттер. Призрак забаговал. Профессор, это не я! Не мне это решать. Пам-пам-па-па-па-пам. Пожалуйста, в эту дверь, мистер Поттер. Я боюсь. Выпустите меня. Дамблдор меня будет трахать. Нет, я этого не хочу. Так. О. Похоже, это кабинет профессора Дамблдора. А, сундучок. Карточка. Някуню. Что тут у нас? Вау. 700. Сорок семь. Да ладно. Ну нифига себе. Вот это я жгу, как говорится. Нет, тут нельзя. Слишком просто, да? Ну ладно. А я так хотел и надеялся, что меня кто-нибудь полюбит. Ладно. Неважно. Ой. Да обратно я хочу, чувак, давай. Ну. Кошмар. Ладно. Ручной спуск, как говорится. Старая волшебная шляпа. Вот где ее хранят, оказывается. Ты хотел спросить, на тот ли факультет я тебя отправила? Да, с твоим распределением было не так-то просто. Но я и сейчас держусь того, что сказала раньше. Ты бы прекрасно учился в Слизерине. О, Господи! Мне бы волшебную шляпу, но если вы понимаете, о чем я... Ха, ладно. Шуточки потом. Флиппендо! Что? Серьезно? Судя по виду этой птицы, она чем-то больна. Коронавирусом. Она сгорела. Нет! Коронавирусом. Добрый вечер, Гарри. Профессор, ваша птица. Я ничего не мог поделать. Она сгорела. Фоукс, это Феникс, Гарри.
Когда приходит время умирать, фениксы сгорают, чтобы возродиться из пепла. Восхитительные создания эти фениксы. Они очень сильны. Их слезы обладают целительной силой. И еще они самые преданные друзья. Профессор, я хочу, чтобы вы знали, это сделал не я. Да, Гарри, не ты. И все же мне бы хотелось поговорить с тобой. Я должен спросить тебя, Гарри, не хочешь ли ты мне о чем-нибудь рассказать? Знаешь, кто говорил на змеином языке? Салазар Слизерин. Ну, о чем-нибудь? Мне нечего вам сказать, профессор. Ну что ж, раз ты в этом уверен... Гермиона много пиздит, Дамблдор. Гермиона много пиздит. Эх, не услышал, пидорас. Вот ты где! Быстрее в туалет, Плаксы Миртл! Тебя ждет Гермиона! Голенькая, да? Я не против. Ах ты, сука, ты быстрее ее трахнуть хочешь? Я трахну Гермиону! Рон, рыжий хуй. Но... За мной, Гарри! Ебать! Ты чё, прыгаешь? А, ты так сократил! Нихуя ты, Спайдермен, блядь! Охуеть! Ради сисек Гермионы буду прыгать я с хуя. Ладно. Я думал, это глюк. Много сюрпризов в этой серии. В туалете для девочек я чувствую себя довольно неуютно. Ну почему люди никак не оставят меня в покое? Если я умерла, это еще не значит, что у меня нет никаких чувств. Надо же, какая обидчивая! Гермиона, что это за запах? Это оборотное зелье. Как только последний ингредиент окажется у меня, зелье будет готово. Чтобы закончить приготовление зелья, нам нужна частичка Гойла. Это отвратительно! Но как я найду Гойла? Обычно он в это время набивает брюхо где-нибудь в подземельях. Все, что тебе нужно, пойти туда, взять, ну, скажем, волос Гойла и принести его мне. Удачи, Гарри! Спасибо, Рон. Да. Пока он будет трахать Гермиону, я буду собирать пончики. Зашибись. Чё? А вот и Гойл. Пойду-ка я за ним. Куда эта крыса пошла, а? Алахамора! Люмос! Оу! Скульж! А вот этого раньше я не замечал. Ну и ладно. Что? Его эти кретины не съели? А чё наверху? Нам вообще наверх? Ох ты, блин! Чё за... Чё за фигня тут происходит? Объясните мне, пожалуйста, а? Я вообще не пойму, на вниз или наверх? Что-то мои предпосылки
Такое чувство, как будто я Спайдермен, а не Гарри Поттер. Да. Ладно, верну-кась я обратно сначала туда. Обыщу низ, чтоб не спрыгнуть. Я с карниза. Так. Еще там собирать эти гребаные. Ну, хоть так. И то хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, я не хотел, Гарри, правда. Та ёпаракана! Ты чё? Гарри, ты меня разочаровываешь, честно. Ну, почти. Так. Чё ты там вякаешь? Дебино! 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 Флипендо! И чё это нам дало? А я сам это сделал. Зашибись. У нас теперь большая вероятность жить. Так. Ладно. Не будем тратить время зря. Не будем. Так. Допрыгнем. Не очково прыгать вниз. Только по одной причине. Это что такое? Флипендо! Флипендо! Чё? А чё это даёт? Ничего это не даёт мне. Вообще. Что это дает? Серьезно? А как я туда попаду, вопрос? Мать твою, блядь! Быстрее тогда. А, тут еще кнопка, ё-моё. Блять! Ну, в смысле, так бы и сказал, что, блять... Двинуть, отодвинуть, подвинуть, раздвинуть, я не знаю, блядь. Определись, ведешь себя как целка. Я имел в виду. И что? Да ё-моё, как туда допрыгнуть, ёб твою мать? Вот так что ли? Нифига. Блять, вы серьезно?
Я не могу подняться, пока, блядь, не могу определиться, что с той хуйней делать, блядь. Надо разобраться. Чё, блядь, с ней делать? Она меня уже заебала. Вот хули ты? Флипендо, блядь, флипендо, блядь. Не понял, она в нужном направлении, что ли, была в прошлый раз, или чё? Или нет? Я что-то ничего не могу понять. А? И как это нам поможет? Да никак это нам не поможет, блядь. Я не знаю, что делать. В жопу эту хуйню, блядь. Обратно мы уже не вернемся. Полный пиздец. Что мне с этой хуйней делать? А? А, ее типа можно закинуть сюда, что ли? Вот и все, там и оставайся. Сейчас ты у меня пилюлей получишь, маленький. Придурок. Так, вы уже определитесь, по сюжету это или нет. А то я начну путаться. Блин, да давай быстрее, а? Так, и чё? Чё это нам даёт? Тупо дает только это. Куда нам вообще по сюжетке? Да ё-моё!
Что за фигня происходит? Объясните мне, пожалуйста. А, сохранение здесь. Понятно. Чё? Так. А, это мы сделали тупо для этого, что ли? Ладно. Так, пойду тогда соберу гнома. Давай. Но. Не сразу срабатывает. Ну да ладно. Чего? А, это и было сюда, ё-моё, я уже что-то туплю. Ладно. Будем думать, что по сюжетке нам... А чё, внизу ничего? Ага, понятно. Ладно. Пикси. Так. И. Ладно, лады. Допустим. Так, ну это, скорее всего, уже по сюжетке, да? Чё за... Ещё что-то? Да вроде всё. Чего? Ох ты, блин, тут еще и свалиться можно. А, подо мной. Окей. Это типа чтоб успеть, что ли? Ну ладно. Так, основной тот, что ли? Флиппендо!
И чё? Флиппендо! 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 Блин, этот синий основной, а тот какого цвета? Я что-то не могу понять. Стоп, он и был открыт? Или нет? Стоп. А нафига нам туда вопрос? Я сейчас реально запутаюсь. А какого цвета та фигня? Ага, значит, вот этого цвета, да? Короткого. Я сейчас запутаюсь, а это какого цвета? Явно не синего. Явно не синего, да? Ладно. В смысле красно-синий? А, красно-синий цвет. Флиппендо! 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 И чё? Флиппендо! Да блять, какого цвета? Какого вы цвета оказывается? Черного что ли? Чё? Флиппендо! Флиппендо! Да блять, попади! Наконец-то. Что тут у нас? Да уж, как все важно было здесь. Так, стоп. А что вверху? То есть вверху вообще ничего, что ли? А, сундук! А, я чуть сундук не профукал. А, это нам показали, что красная это сторона та и та, что ли? Это типа была подсказка. Ладно, пофиг. Пофиг. А, господи. Ну и загадки тут. Спуск!
Что тут происходит, а? Это типа чтобы обойти, что ли? Пошел в баню! В баню иди, аватар, блин, опять пивс. Ё-моё. Да нафига мне столько жизней прямо сейчас? Они реально издеваются. Но это явно не эта сторона. И где? Вопрос, где? Где, по-твоему, должно все светиться, а? Наверх я не попаду. Диппиндо! Диппиндо! Блять, вот опять, где я должен догадываться, где эта хуйня, а? Вот объясните мне, пожалуйста. Нафиг иди. Ну тут явно что-то будет, я чувствую. Я не думаю, что это просто так. Ладно, отсюда я, наверное, и в следующий раз и начну. В общем. Дамы и господа.